Наступила прекрасная пора. Конец мая – это время выпускных в детских садах. Это время надежды и ожидания чего-то нового, и пока еще неизвестного. ЗАО «Совхоз имени Ленина» с открытой душой одаривает жителей подарками, занимается благоустройством, создает территорию социального оптимизма. В этом году выпускники детского сада и старших классов решили сделать небольшой символический ответный шаг. Они посадили редкий клен, заложив традицию ежегодно на выпускной высаживать деревья на так называемой территории прудов. Сегодня в совхозе имени Ленина родители и дети выпускников 2021 года положили начало такой замечательной традиции «Подари дерево». Все выпускники посадили сегодня дерево в память о том, что они закончили или детский сад, или закончат в этом году школу. Очень трудно подарить что-то за совхоз имени Ленина, потому что они подарили нам и этот прекрасный поселок, и эти чудесные парки. И мы решили, что самый лучший подарок в этом случае – это дерево, которое будет жить много лет, напоминать нашим детям о том, что нашу землю нужно украшать, наш дом нужно озеленять. И сегодня все были очень-очень рады все вместе посадить это дерево. Мы очень благодарны за совхоз имени Ленина, за эти парки, за наш поселок, Павлу Николаевичу Грудинину, за садики, которые он построил для наших детей, за чудесную школу. И мы хотим, чтобы эта традиция продолжалась каждый год. Сажайте, люди, деревья, сажайте их вместе со своими детьми, и наш дом будет всегда зеленым и красивым. Слова благодарности очень важны. Но более важны дела, которые совершаются от избытка сердца, созидающие и творящие добро. Кстати, вы знаете, что клен – это мое дерево. Если вот Зоя Ивановна Целковская, ее дерево ива, то мое клен. Мы все время спорили. Значит, она сажала ивовые из ив аллеи, а я настаивал на клене. Вот клены, которые вдоль ограды школы 548, это я настоял, хотя она еще не очень любит клены, потому что они, к сожалению, подвергаются часто вот болезни, такая мучнистая роса. Но несмотря на прекрасную. И то, что клен посадили, это мне вдвойне приятно. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. Спешите делать добро. Ставьте лайки, делайте репосты и присылайте донаты. До скорого. Пока-пока.